Красно! Подбросила заднее колесо Константина Коленкина на полный газ. Получил спортсмен, и он удержался. На вторую позицию заезжает Никита Толокнов. Третья строчка у нас. Опасный момент, дорогие друзья. Остановка заезда, выброшены красные флаги. Все происходит всегда на ваших глазах. К сожалению, падение у нас ими допускают два спортсмена. Никита Толокнов и Константин Коленкин. Работники медицины, пожалуйста, просим вас на ледовый трек. Дорогие друзья, Константин Коленкин поднялся на ноги. Никита Толокнов пока на коленках, но он также слышит всех нас. Аплодисменты! И Константин Коленкин! Никита Толокнов! Сильнейший из сильнейших, храбрейший из храбрейших. И Никита Толокнов также поднимается на ноги, друзья! Отбой медицине показывают у нас.